Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике я хотел бы вам рассказать об очень интересном приложении. И называется это приложение Boom Музыка ВКонтакте. А также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. А на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть подобное. Но также перед началом самого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал, ведь меня смотрит больше всего аудитории, и без подписки подпишитесь, мне будет очень приятно. Но на этом мы начинаем сам видеоролик. Итак, при входе в приложение у нас открывается вот такой вот интерфейс. Чтобы слушать музыку, вам необходимо войти в свой аккаунт. Это можно сделать либо по номеру телефона, либо через соцсети Одноклассники, либо же ВКонтакте. То есть, что вообще дает этот сервис? Этот сервис вам дает возможность слушать музыку в фоновом режиме. И вообще, то есть, слушать ее неограниченное количество времени. Сам интерфейс этого приложения очень простой. То есть, там будет лента, то есть... такие вот хиты, то есть специально там будет все рассортировано, чтобы вам было все очень таки понятно. То есть хотел бы сразу перейти к сути. Как, допустим, во-первых, были такие вопросы, мне писали ВКонтакте, то есть именно на подобные вопросы, что делать, допустим, если у вас вылетает приложение. А такое тоже бывает. Дальше, что по поводу подписки, то есть в этом приложении. По поводу подписки, то есть как там, что сделать, чтобы слушать музыку, в общем, ну, кто-то хочет и бесплатно, то есть кто-то хочет, ну, в общем, сейчас мы об этом всем поговорим. Итак, чтобы у вас не вылетало это приложение, в данном случае проблема находится не в самом приложении, а в вашем телефоне. То есть у вас есть несовместимость в обновлениях, очень плохо обновлена система вашего телефона, то есть не вывозит само приложение. В таком случае вам необходимо обновить систему вашего телефона, и у вас не будет вылетать это приложение. Далее, по поводу вообще бесплатной подписки. Многие из вас, потому что там пишут, как ее получить и так далее. На YouTube есть вообще очень много видеороликов специально на подобную тематику. Вы можете зайти и посмотреть. Я подобную информацию, конечно же, не знаю, как что сделать, чтобы было вот получить бесплатную подписку. То есть у меня видеоролик именно не на эту тему. То есть в приложении есть функции, как изменить тему. То есть вы можете подредактировать по цветам все это дело, потому что многие это не знают, как лайфхак вам могу сказать. Обязательно зайдите в настройки, посмотрите. Там очень много интересных, полезных фишек, они вам пригодятся хоть как при работе в этом приложении. Дальше, что еще хотел сказать. Если, допустим, у вас еще был такой вопрос, что делать, если, допустим, ты купил подписку и она тебе не пришла. То есть в таком случае, то есть, да, я решил подобный вопрос. То есть вам необходимо написать в техподдержку и разъяснить, то есть уже с ними, то есть поговорить, скинуть им чек о оплате, что вы оплатили, допустим, или же там какой-нибудь скриншотик скинуть, снять небольшой видеоролик, записать, что вы действительно оплачивали. И они вам обратно, то есть не обратно, а вообще в целом вернут подписку. То есть в таких ситуациях именно так и делается. То есть это вообще целиком все, что я хотел сказать в этом видеоролике. Если вы вдруг что-то не услышали того, что хотите, что хотели бы услышать, просто что для этого нужно, пишите в комментариях под этим видеороликом, во ВКонтакте мне пишите, я вам обязательно отвечу, чтобы вы, в принципе, понимали и на 100% разбирались в этом приложении. Если у вас будут какие-то проблемы, также их и пишите, я постараюсь вам объяснить, что к чему. Ну, а на этом не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Ну, а сейчас я буду завершать сам видеоролик. Спасибо всем тем людям, кто смотрел до самого конца. С вами был ProGamer. Всем до новых встреч, друзья. Увидимся в следующем видеоролике.